Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Парваткин Юля, и в сегодняшнем видеоуроке хотелось бы вам подсказать, как сделать запись экрана с помощью такой программы, как Fasten Capture. Если она у вас уже скачанная на ваш ПК, да, просто нажимаете на иконку, идем далее, и появляется вот такая вот панелька. С помощью этой программы можно сделать и скриншоты, и какие-то картинки, да, но мы на этом останавливаться не будем. Поговорим именно о видеозаписи. Нажимаем на видеозахват, и появляется вот такая вот панель. Панель нам подсказывает, что мы можем сделать запись экрана, какая вам нам нужна. Получается, или мы можем сделать только просто окно, да, какой-то вот объект выделить прямоугольничком, или просто вот прямоугольная область, или экран без панели задач. Или же можно записать весь экран, да. Далее здесь есть вот такая вот штука, как запись звука. Если вам нужно записать только, например, что-то с экрана, да, какой-то вебинар или какой-то там ролик, да, то именно то, что с экрана происходит, ну, нажимаем динамики и то, что слышно, да, такая подсказка. Если вы делаете какие-то уроки, то вы пишете с помощью микрофона. Если вам нужно, чтобы слышно было и вас, и то, что на экране, нажимаете микрофон плюс динамики. И нажимаем запись. Так, сейчас так, нажимаем запись. И вот здесь, получается, я выбрала то, что выделенная область. И мы можем вот выделять вот при помощи вот таких вот штучек, выделяется и начинается подготовка к записи. Выделяет такое окошко, именно что вам нужно выделять, то вы выделяете. И нажимаете здесь просто запись, и запись идет. Здесь еще есть подсказка, что в начале, да, что вы пишете только динамики. Вот, и запись пошла. Таким далее потом здесь можно это все остановить, да, сделать паузу. Здесь просится вот сохранить или можно продолжать запись, да, например, что-то. Так, мы останавливаем, делаем сохранять, и оно у вас сохраняется именно тот путь, да, который вот у меня, например, сохраняется в моих документах. Здесь можно же сразу писать название, да, то, что вы сделаете, сохранить. У вас сохраняется ваших документах, и потом этот ролик можно сразу же загружать на YouTube. Вот у меня вышел тест. Это то, что мы с вами записали. И получается, вот он в документах. Сейчас мы его найдем. Вот он. Просто теперь, и когда при загрузке на YouTube, ищите этот ролик и загружаете. Все происходит очень быстро, очень удобная программка. Спасибо за внимание и до встречи в следующих уроках.